Рев мотора, ветер в лицо, адреналин и драйв. Пожалуй, мотокросс – один из самых захватывающих видов спорта. И для того, чтобы им заняться, необходимо совсем немного. Новичку нужно знать, это как ездить на велосипеде и ловить баланс. Это самое основное правило, которое мы спрашиваем, как теперь уже и взрослых выяснилось, потому что не все порой даже на велосипеде выходят ездить. Мотокросс предназначен для разных возрастов, и неважно, парень или девушка ездит. Любой возраст, начинают дети вплоть до 4 лет, садятся на маленькую технику, на маленькие мотоциклы и гоняют вплоть там до 65 лет и больше. Это у нас уже ветераны соревнований, как правило, тренировок идут. Первое, что необходимо сделать перед выездом на трек – правильно экипироваться. Падения в мотоспорте бывают часто, поэтому и защита должна соответствовать. Учиться надо на трассе, под присмотром тренера, переходя от простого к сложному. Систематические тренировки – обязательная составляющая успеха в мотокроссе. Существует несколько ступеней обучения – нулевая, продвинутая и профессиональная. На первом занятии инструктор оценит навыки человека и определит уровень, на котором он находится. Далее будет разработана индивидуальная программа обучения. После 1-2 занятий уже можно понять, насколько этот вид спорта вам по душе. Для того, чтобы преуспеть в мотокроссе, нужно уметь слушать, постоянно учиться, много работать и не жалеть себя. Тогда будет расти спортивный результат, а вместе с ним и удовольствие от гонок появится. Есть соревнования как областные, так и уже чемпионаты России, чемпионаты Европы, как и в виде спорта.